Жительница Федоровского победила в необычном, но очень интересном конкурсе. Все подробности в нашем материале. В Сургутском районе впервые выбрали супербабушку. Фестиваль-конкурс среди представительниц старшего поколения стал одним из самых ярких событий этой весны. В нем участвовали 9 человек из разных поселений района. Бабушки приехали на конкурс, в том числе и из самой отдаленной деревни – Угут. Вместе с ними на фестивале собрались и мощные группы поддержки из детей и внуков. Трансляция с конкурса велась в прямом эфире в группе ВКонтакте. Бабушки демонстрировали все свои таланты, а еще кулинарные способности. Поделились женщины с гостями и своими активными жизненными позициями. Особенно главу Сургутского района Андрея Трубецкого впечатлили самопрезентации бабушек, из которых видно, насколько у них плотное расписание на день и насколько это незаменимые в своих семьях люди. Да и представительницы старшего поколения чувствовали себя на сцене и перед камерами, как рыбы в воде. Вы яркое подтверждение тому, что нет никаких препятствий для активного долголетия. Вот вам сегодня удачи и везения в конкурсах. Ну а всем, кто присутствует в этом зале, отлично провести время. Всем хорошего дня. Гран-при конкурса и звание «Супербабушка» члены жюри отдали Антонине Романовой из Федоровского. Первое место выиграла Любовь Архипова из Солнечного, второе – Светлана Семенова из Барсова, а третье завоевала Любовь Максименко из Ультягуна.